Здравствуйте, в эфире программа «Арт-код». Шифр для вас буду подбирать я, Анна Руда. Он яркий, талантливый, дерзкий и порой противоречивый. Он удивляет, радует, а кого-то и злит. Известному гродненскому художнику Владимиру Кочину 60. И в свой юбилей Владимир Владимирович представил новый проект «Хронология арт-революции. Создавая друг друга». Владимир Кочан очень известный человек, известный художник не только в нашем городе, в области, но и за рубежом. В республике, конечно же, также он очень известен. Мне очень приятно, что его выставка персонально совпала с годом Малой Родины, потому что Владимир Кочан родился в Гродно. И после окончания Академии искусств Минске, монументального отделения, вернулся в наш прекрасный город. И все свое творчество, всю свою жизнь посвящает прославлению нашего города. Огромное количество работ с трудом умещается в немалые масштабы городского выставочного зала. За 40 лет творческой деятельности Владимир Кочан выполнил внушительный объем работы. Художником создана целая галерея портретов известных людей, исторических персонажей, именитых спортсменов, руководителей и творческих личностей. Его работы украшают многие общественные здания. А еще он подарил городу Мону Лизу, расписав фасад музея пожарной службы. Это часть каких-то проектов, которые были сделаны. В немалой степени портретных проектов. Ну, здесь, как вы видите, и фотографика есть, это возможность быстрого мобильного как бы реагирования, реализации своей идеи, что сейчас позволяет цифровые технологии. Здесь и классические материалы, и витражи, фрески, росписи. То есть целый замес из того, что я думаю о жизни, о городе, о тех людях, которых меня окружают. Владимир Владимирович – активный пользователь социальных сетей. Они служат ему источником вдохновения. Так, случайно увиденный портрет мастер перенес на витраж. Такой вот необычный подарок девушка Елена получила в канун 8 марта. Первый раз в жизни не то чтобы не позировала, а по моим фотографиям написали такую потрясающую картину. Центральное место в зале занимает автопортрет художника. Пегас, кентавр. Вот видите, вы начинаете уже теперь какими-то культурологическими терминами говорить. Потому что работа открывается на уровне подготовленности зрителя принять эту тему, найти какие-то аналоги. Это процесс достаточно сложный какой-то в культурологическом плане. Да? Перзение искусства – это ведь не дорожный знак. Дорожный знак выполняет свою функцию, он должен быть сразу понят, и никаких нюансов поэтому не должно быть. Произведение искусств более глубокое по смыслу. Если тогда понять, такая шекспировская тема, да? Когда тема человеческих каких-то характеров, сущности или какой-то смысла, она не имеет какого-то временного ограничения. Безусловно, главный источник вдохновения мастера – это родной город. Гродно Владимир Владимирович называет идеальным местом для творчества. Наши богатейшие истории и традиции бережно чтятся и сохраняются художником, что находит свое отражение в его полотнах. Там, где касается тем исторических, это обязательная работа с профессиональными историками. Я не могу быть авторитетом, скажем, в каких-то исторических моментах, нюансах, и поэтому я предпочитаю в данном случае, конечно, опираться на мнение профессиональных историков, вот такого, как, например, Вячеслав Швед. Вот, и мы с ним сделали как раз несколько проектов в этом отношении. Там, где касается других тем, это, конечно же, в большей степени инспирируется ли какой-то литературным произведением, каким-то событийными вещами, произведениями искусств. За каждой работой, которую вы видите, стоит целый пласт человеческой культуры. Веласкес родом из Гродно, белорусский Рембрандт. С кем только не сравнивали художника Владимира Кочана, каких только ярлыков не ставили. Но у Владимира Владимировича своя творческая судьба и свой путь, который продолжается. Здравствуйте! Это литературная рубрика культурного телеальманаха «Арт-код». Меня зовут Зинаида Крылова. И знаете, что я вам сегодня хочу сказать? Оказывается, мы с вами, взрослые, все до единого больны. Больны швейцарской болезнью. Именно так диагностировали в Европе в конце 17 века неопасный физический недуг тоски по родным местам. Швейцарские же врачи. И я совершенно серьезно. Ностальгия этот недуг называется. Хотя в наше время мы относим ее к состоянию души.
Образовано оно от двух греческих слов «ностас» – «возвращение домой» и «альгия» – «тоска». Так вот, мне кажется, что в наши дни понятия «память о прошлом» и «тоска по родным местам» они стали почти синонимами. Но согласитесь, кто из нас не любит пересматривать, пусть и в сотый раз, обсуждать потом с родными и близкими свои старые школьные или просто семейные фотографии? Так вот, то-то и оно, что любит каждый, от кого это самое детство уже отодвинуто годами. Вот и ностальгируем мы, вот и болеем мы теми временами, когда деревья были большими или когда просто мгновение счастья было ослепительно ярким. И помним об этом, и пытаемся мастерить даже свое вот это счастье, но уже здесь и сейчас. Видите, как все просто? Ответ на вопрос, почему именно память делает нас живыми? Очень важный вопрос. Буквам вообще, по-моему, надежнее всего доверять воспоминаниям. Это сборник. Она вышла в издательстве АСТ, редакции Елены Шубиной и редакции журнала «Сноб». Почитайте, посмотрите ее, отнеситесь к ней вдумчиво, неторопливо. Я бы даже сказала, с таким альбомным подходом. Целый сон авторов. Евгений Водолазкин, Владимир Сорокин, Андрей Тарковский, Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая, кто еще, Дмитрий Быков и многие-многие другие. Вот здесь, на страницах этой книги, расскажут нам о своей ностальгии. Расскажут о своей ностальгии по прошлому, по местам, по людям и даже вещам. И мы вместе с ними поищем ответ на вопрос, что же такое ностальгия, почему она возникает. Можно ли напрочь, раз и навсегда порвать с прошлым, и стоит ли это делать? Машина времени ли, фотография, и почему именно память делает нас живыми? Это прекрасная книга. Я уверена, ее рекомендую. Более того, мне кажется, последней страницей, очень логичной, в ней будет ваша любимая семейная фотография. Да, именно ваша. И ваш рассказ воспоминания о мгновении счастья. Напоследок цитата, чтобы еще немного раззадорить ваш интерес. Когда-то давно тетю Лёлю на даче навестил племянник. Он учился на художника. Провел на озере день и нарисовал на картонке эскиз. Небо и облака. Больше ничего. Взрослые смотрели на это произведение живописи и говорили: «Ну...» А мне облака понравились. Это были кучевые, любимые облака. Вечные странники, чистые небесные горы. В тот день они долго висели над озером Хэппи-Арби, а потом ушли. Картонку поставили на буфет, а потом она завалилась в щель между буфетом и стеной. Но однажды, через несколько лет, я достала ее, согнула проволоку кочергой и вытащила вместе с толстой пылью, иссохшими мухами былых лет и зеленой ногой от детского пластмассового бегемота. Я забрала себе картонку и так присвоила себе один день из вечности. В нем и лето, и полдень, и бессмертие. Конечно, бессмертие. Читайте, друзья, и помните, слова создают миры. До встречи! «22 ноября в Гродненском государственном колледже искусств пройдет концерт «Саксофониана-2018». Организаторы программы приглашают на роскошный музыкальный праздник, главным героем которого будет, конечно же, саксофон. Любимые мелодии не оставят никого равнодушным. В исполнении двух оркестров и лучших саксофонистов Гродно и Минска прозвучат самые известные хиты зарубежного и отечественного кино. 23 ноября на сцене драматического театра выступит Moscow State Ballet. Состав балетной труппы театра подобран из выпускников лучших хореографических школ России. Гродненской публике артисты покажут балет Арама Хачатуряна «Спартак».
Оригинальный сценарий балета был написан драматургом Николаем Волковым. Литературной основой для сценария послужили различные исторические материалы и художественные произведения. Римский консул Крас с триумфом возвращается в Рим. Среди его пленников, обреченных на рабство, фракийский правитель Спартак и его возлюбленная Фригия. Гордый и мужественный человек протестует против бесчеловечности римлян, но силы не равны. Спартак прощается с Фригией, которая становится рабыней Краса. 24 ноября на большой сцене драматического театра состоится спектакль «Боинг-Боинг». Это комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранница летает на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание прилета и отлета всех невест. Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям. 25 ноября на большой сцене драматического театра состоится спектакль «Самоубийца». Главный герой ссорится с женой Машей из-за ливерной колбасы. Но бытовой конфликт быстро перерастает в конфликт глобальный, а затем и вовсе превращается в фарс. Мария Лукьяновна решает, что муж задумал самоубийство и пытается всячески ему помешать, привлекая и мать, и соседей по коммуналке. Семен Семенович, думавший в общем-то не о смерти, а о колбасе, приписанное ему намерение неожиданно подхватывает, решив, что жить на иждивении жены и тещи ему больше никак нельзя. Предприимчивый сосед Калабушкин быстро понимает, как помочь не только Подсекальникову, но и самому себе. И вот уже самоубийство Семена Семеновича становится товаром и при этом весьма желанным. За право подсунуть ему предсмертную записку борется представитель интеллигенции, мясник и даже священник. 26 ноября на сцене драматического театра состоится спектакль «Нежданчик». Приехал нежданно-негаданно среди ночи в гости к обычной московской семье какой-то давний случайный знакомый мужа. Так и началась эта очень смешная, добрая история в исполнении звезд любимого народного сериала «Серафима Прекрасная», Екатерины Парубель, Кирилла Гребенщикова и Вячеслава Гришечкина. Зрители, рожденные в Советском Союзе, смогут с удовольствием вспомнить былое время, а молодежь с интересом откроет для себя не только обычную жизнь советских людей, но и узнает, что в то время понятия дружбы, порядочности и любви были не просто пустыми словами для жителей огромной страны. 28 ноября на большой сцене драматического театра состоится спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Егор Дмитриевич Глумов – человек чертовски обаятельный и привлекательный. Он умеет расположить к себе и консерватора, и реформатора, и скучающую светскую львицу, и очаровательную юную особу. Обаяние Глумова столь велико, что за ним незаметны истинные мотивы его поступков. Окружающие не замечают, что он ищет выгоду лично для себя, чтобы уверенно подниматься по карьерной лестнице, окружать себя благами и нужными связями. Выставка «Воспоминания о поездках» экспонируется в культурном центре «Фестивальный». Автор выставки – Иоанна Савицка, «Белосток, Республика Польша». «Воспоминания о поездках» – это первая персональная выставка польской фотохудожницы, а также свидетельство развития международного сотрудничества, дружбы и обмена фотовыставками между заслуженным любительским коллективом Республики Беларусь народным фотоклубом «Гродно» и Белостокским фотографическим товариществом Республики Польша. В отделе искусств Гродненской областной научной библиотеки имени Карского продолжается выставка «Великая и забытая» к столетию окончания Первой мировой войны. Уникальную возможность заглянуть за завесу времени и получить представление о далеких событиях военной поры позволяет 900 экспонатов, представленных на этой выставке. Ольга Александровна преподает в детской музыкальной школе номер 1 уже более 20 лет. Много талантливых учеников вышло из ее класса, победителя городских, областных и республиканских конкурсов. И вот покорена новая вершина – международная. Этим летом, когда я находилась на мастер-классах в Нью-Йорке, общалась с педагогами, с музыкантами, скрипачами, пианистами, я поинтересовалась, реально ли это вообще сыграть в Карнеги-холл. И мне сказали, знаете, это реально.
Я набралась смелости и обратилась к директору конкурса Elite International Music Competition в Нью-Йорке. Вот. Она прослушала моих деток и, дав довольно высокую оценку моей работе, работе моих учеников, она пригласила меня стать региональным директором этого конкурса в Беларуси. Этот конкурс проводится в разных странах мира. Благодаря Ольге Александровне он впервые прошел и в Беларуси. В двух отборочных этапах приняло участие 27 ребят со всей республики. Приехали музыканты из Могилева, Минска, Гомеля, Щучина и Новогруд. 9 из них стали лауреатами конкурса и уже в феврале-апреле 2019 года лучшие из лучших выступят в Нью-Йорке в Карнеги-Холл. Одна из них – Алиция Лисовская, которая, несмотря на юный возраст, ей всего 7, покорила строгое жюри. Интересно, что, как и маленький Моцарт, наблюдавший часами за занятиями сестры на клавире, Алиция потянулась к инструменту благодаря старшей сестре. У нас уже дома стояло пианино, и моя сестра на нем играла. И когда она играла своими пальцами, то я пыталась запомнить это все и повторить. Иногда у меня получалось, а иногда нет. Но мне хотелось тоже научиться играть на фортепиано. Маша Галышевская уже более 5 лет занимается в музыкальной школе, и конкурсы – неотъемлемая часть ее детства. Это интересное дело, волнительное, потому что ты боишься выходить на сцену, там много людей, зал большой, но ты учишься побороть свой страх, и еще ты узнаешь много нового. Ты слушаешь других людей и просто ты показываешь, как ты играешь другим людям. Татьяна Марчук также одна из счастливиц, которые выступят на одной из лучших мировых сцен. Девочка ставит перед собой важные задачи. Мне очень нравится разучивать произведения, вставлять в них оттенки, делать красивыми. Дарить радость людям своей игрой на фортепиано. Александра Баяк награждена премией по поддержке талантливой молодежи президента Республики Беларусь. И хотя девочке нравятся концертные и конкурсные выступления, она признается, что самое важное для нее – ежедневные занятия. Вот эти вот 4 часа, которые мы играем с моим учителем, проходят очень незаметно и очень увлекательно. И мне очень нравится, когда моя учительница мне показывает, как это правильно играть, и влаживает в меня свое искусство. Арина Милай – представительница известной гродненской музыкальной династии. Ее отец – директор музыкального театра «Рада». Но серьезную Александру эстрада не прельщает. Она мечтает стать оперной певицей. Я выбрала академический, потому что, мне кажется, он больше подходит для меня, и что эстрадный вокал, он более как примитивный, и он для всех. Я не люблю эстраду, потому что, вот, как мне кажется, это просто кричащий стиль. Все ученицы посещают класс фортепиано Ольги Александровны. И руководство школы считает, что это закономерно. Она проявила себя как талантливый, очень знающий, креативный и находится в постоянном каком-то поиске своей профессии. То бишь она педагог, который не успокаивается, и поэтому с годами у нее сформировался вот такой замечательный класс. Карнеги-Холл – одна из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки. На его открытии дирижировал сам Петр Ильич Чайковский. За более чем столетие в Карнеги-Холле состояли знаменитые мировые премьеры Штрауса, Рахманинова, Стравинского и многих других. А о выступлении гродненских девочек мы непременно расскажем в одной из следующих программ. Время не ждет человека. То, что было вчера, уже история. То, что будет завтра, не дано знать. Сегодняшний день – подарок. Не тратьте время понапрасну, инвестируйте его в прекрасное. Шифр для вас подбирала Анна Руда. Увидимся ровно через неделю.